Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас командой InstaForex TV. С вами я, Тахмина Соломова. Евро сегодня теряет позиции не только против доллара США, но и уже в паре с британским фунтом. Пара евро-британский фунт опустилась с уровня вблизи 0.8590 и сейчас единая европейская валюта торгуется против фунта стерлингов на отметке 0.8547. Инвесторы предпочитают покупать валюту Соединенного Королевства после публикации данных по деловой активности в секторе услуг еврозоны и Великобритании. Согласно официальным данным, сводный индекс деловой активности в зоне евро достиг 6-летнего максимума – 56,4 пункта. Однако результат не совпал с первичной оценкой экспертов, предполагавших рост до 56,7. Также значительный рост продемонстрировал индекс деловой активности в секторе услуг. Значение увеличилось в марте до 56 пунктов. Правда, и на этот раз рынок ожидал большего прироста. Чего не скажешь о результате показателей Соединенного Королевства, который превзошел ожидания рынка. Деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла до 55 пунктов после предыдущего увеличения до 53,3. Аналитики прогнозировали увеличение значения до 53,5. Многие валютные стратеги предполагают, что трейдеры переходят к покупке британского фунта по причине подтверждения восстановления экономики страны. По мнению экспертов, данная платформа намного прочнее, чем в еврозоне, и Brexit несет меньшую угрозу для экономики Великобритании, нежели президентские выборы во Франции для еврозоны. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. До встречи!